Большой новогодний концерт во Дворце спорта «Триумф» стал красочным завершением года 400-летия «Люберец». С главной сцены прозвучали поздравления от руководства округа и творческих коллективов. В атмосферу праздника окунулись и мои коллеги. В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла. Уже первые строчки самой новогодней песни погрузили зрителей в мир чудес. Уходящий год стал для люберчан особенным, юбилейным. За 12 месяцев в округе произошло много ярких событий, а впереди еще больше. Люберцы – это мы. Люберцы – это территория развития. Это городской округ, в котором очень интересно работать, в котором интересно жить. И наша задача в 2024 году продолжить все проекты для того, чтобы наш город становился еще лучше. Спасибо вам. Здоровья, благополучия и с наступающими новогодними праздниками и Рождеством. Действительно, 2023 год был насыщенным. Я оцениваю, что он был прорывным. Не зря округ удостоился высокой награды правительства Московской области и губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. У нас все получится. Тем более люберцы от слова «любить». Люберцы – это замечательный, красивый город со своей историей самобытной. У нас замечательные люди. Всем счастья, благополучия, удачи. Пусть ваши замыслы сбудутся. Я искренне желаю, чтобы все задуманное сбылось. При этом близкие были здоровы и счастливы. И, конечно же, всех с наступающим Рождеством Христовым. Танцевальные номера переплетались с театрализованным представлением, звучали новогодние песни. Концерт продлился более 2 часов и не оставил никого равнодушным. Замечательно, шикарный, вот. Такое удовольствие получила. И пела вместе с артистами, и танцевала. Большое им спасибо за их творчество. Всех жителей Люберецкого округа поздравляю с наступающим великим праздником, Новым годом. Желаю всем крепкого здоровья, успеха во всех их делах и самое главное – мирного голубого неба над головой. Здоровье в первую очередь. Мирного неба над головой. Всего хорошего. Дабы не было зимы, гора веселых, никогда не стали мы этих невеселых, никогда. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. Веселый путь!